Итак. Так, секунду. Завершить надо прямой эфир. Сейчас что-то у нас идет немножечко не так, я не могу найти свою презентацию. Так, я в прямом эфире. Я немножечко не поняла. Ну, видимо, да. Ну, что, дорогие друзья, давайте поговорим с вами о причинах лишнего веса. Лишний вес – это достаточно сложная проблема, и на самом деле причин у него очень много. И если мы будем знать эти причины, то мы сможем каким-то образом эти причины учесть в своей истории. Если мы не знаем, то мы никаким образом их не сможем учесть. Поэтому мы сейчас поговорим о том, каким образом эти причины на нас влияют. Итак, что такое лишний вес вообще? Лишний вес – это накопление жировой ткани, которая откладывается организмом на черный день. И когда она откладывается, то мы, по сути дела, имеем запас, который все время присутствует с нами. Поэтому очень важно знать, что этот запас нам необходим в самые трудные моменты нашей жизни. И какие же бывают причины для того, чтобы делать этот запас? Ну, конечно, первая, самая главная причина лишнего веса – это психология. Психологические причины очень часто влияют на нашу жизнь, и организм защищается и старается каким-то образом с этими причинами справиться. Вот какие можно назвать психологические причины? Ну, первое, например, ребенок в детстве хочет быть хорошим. И мама ему все время говорит, надо кушать, надо больше кушать. Если ты будешь много кушать, ты будешь хорошей девочкой. И вот девочка начинает кушать для того, чтобы быть хорошей. Или, например, детское одиночество. Когда мама долго уходит на работу, ее долго нету, ребенок один, и у него наступает стресс. И ему надо как-то улучшить свое настроение, он начинает кушать. Или, например, бывает такое, что еда как протест. То есть ребенок протестует внутренне против чего-то, но мама, так сказать, не слушает эти протесты, и в качестве протеста ребенок или отказывается есть, или наоборот много ест, для того, чтобы улучшить свое настроение. Также бывает способ привлечения внимания, потому что те, кому не хватает внимания, например, ребенок очень плохо кушает, и мама все время говорит, что вот если ты будешь хорошо кушать, значит, ну, ты будешь хорошей девочкой или мальчиком. И ребенок старается привлечь внимание для того, чтобы его мама похвалила. А бывают и другие проблемы, бывают страхи. Страх – это состояние, когда организм накапливает энергию для того, чтобы бороться с этим страхом. И очень важно понять, что в результате этого страха энергия накапливается и откладывается, потому что потратить ее всю сразу невозможно. Организм начинает тратить ее в режиме экстренных ситуаций. И, по сути дела, ведь жир образуется из воды и углекислого газа путем образования некоторых связей. И вот эти вот связи, которые образовываются в жировых клетках, они идут про запас. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что любая психологическая проблема... Кстати, пониженный серотонин – это тоже проблема, когда у человека все время плохое настроение. А наш организм реагирует на глюкозу. И, как мы говорим, мы заедаем эти конфеточки, заедаем эти стрессы. Да? Был даже один такой интересный фильм, в котором все измерялось конфетками. То есть одна конфетка, две конфетки, три конфетки. И они назывались такими спасательными конфетками. Да? Так вот, психология – это очень сложная, очень тонкая вещь. И когда мы будем
диагностировать у себя психологические проблемы какие-то, а нам обязательно это надо сделать, потому что ведь не все люди переедают, и не все люди мало двигаются. То есть существует очень много разных других причин, при помощи которых мы можем понимать, что что-то пошло не так. Поэтому очень важно именно понять, что психологические причины у вас есть. Есть, например, ностальгия. Человек живет где-нибудь за границей, но жизнь ему не нравится, и он каким-то образом хочет вспомнить прошлое, да, вот это тоже ведет к сильному набору лишнего веса, потому что выделяется определенный коктейль гормонов. А мы с вами поговорим дальше о гормонах, как о причине развития заболеваний. И вот этот вот коктейль гормонов, он может очень серьезно нарушить именно процесс накопления и траты энергии. Но также существует еще ряд психологических проблем, например, комплекс вины. Если у человека есть комплекс вины, то он все время испытывает какие-то проблемы, связанные с этим комплексом. И тоже у него резко падает настроение, как только он об этом вспоминает. Естественно, он хочет сразу чем-нибудь закушать эту проблемку. Существует еще одна такая очень серьезная проблема, как боязнь близости. Вот, например, девочка выросла, и она должна вступать в какие-то, ну, эмоциональные отношения с противоположным полом, но у нее не получается, потому что она себе сказала, что она, например, полная. Так вот, надо сказать, что организм будет все время усиливать вот этот вес, потому что на самом деле вот эта полнота, она как раз и будет страховочным моментом для того, чтобы девочка не вступала в какие-то контакты, может быть, с лицами противоположного пола. Ну и проблемы в семье, они тоже очень часто сказываются на лишнем весе, потому что если между родителями существует какая-то, ну скажем так, борьба или на ребенке сказывается ссоры, то ребенок чувствует дефицит любви, острый дефицит любви. И вот именно в этой ситуации как раз возникает набор лишнего веса. То есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что лишний вес, он программируется с самого детства. И когда мы, ну, стараемся, скажем так, преодолеть этот лишний вес, нам обязательно надо знать, какова же причина этого лишнего веса. Потому что если причину мы знаем, мы можем каким-то образом на это воздействовать. Если мы не знаем причину, нам будет достаточно сложно, мы все перепутаем. Очень важно, чтобы мы понимали, что вот именно эта причина, которая ведущей является в нашей жизни, она может быть вообще одна. Но на самом деле у лишнего веса 12 причин. И может быть первая, третья, седьмая, пятая, шестая одновременно, а могут быть все 12. И поэтому у одних людей получается похудеть, а у других не получается. Вот прежде чем вы решили отбалансировать или сбалансировать свой лишний вес, нужно задать себе эти вопросы. То есть каждая причина, она в принципе может быть продумана и диагностирована. Если вы хотите, например, посмотреть свой уровень стресса, вы можете совершенно четко пройти какой-то тест. Например, берете тест и задаете себе вопросы, насколько я подвержен стрессу, или насколько я люблю себя, или насколько у меня имеются в организме последствия детских психотравм, или насколько мой стресс связан с желанием заедать, потому что в интернет-пространстве находится огромное количество тестов на любые способы. Вот я вам назвала основные причины психологического характера, и эти основные причины вы сможете проверить диагностическим путем. Ну, конечно, можно посетить психолога, и тогда он поможет вам разобраться с этими причинами. Итак, я в конце включу комментарии, и вы сможете мне задать какие-то вопросы. Вторая причина лишнего веса – это еда. И это даже не столько переедание, хотя это тоже. Здесь тоже вам нужно задать себе прямой и честный вопрос. Сколько я ем? И не просто сколько я ем, а сравнить с окружающими. Я не буду говорить сейчас, как считать калории, потому что существует целая таблица калорийности, целая система калорийности. Но мы четко должны знать, что у еды есть несколько таких вот основополагающих моментов. В еде есть энергия, и в еде есть строительные материалы. И вот эти вот строительные материалы, которые присутствуют в еде, они не вызывают набор веса.
А вот энергия, которая присутствует в еде, она в еде выражена в виде либо глюкозы, либо жирных кислот. И вот и глюкозы, и жирные кислоты являются мощными энергетическими молекулами. Причем жирные кислоты в 15 раз более ценные энергетические молекулы, чем глюкоза. То есть, если одна молекула глюкозы дает 2 молекулы АТФ при расщеплении, то одна молекула жира дает 32 молекулы АТФ. То есть, что получается? Получается, что нам нужно приобрести определенные знания о том, как питаться. И эти знания не такие простые. В мире существует более 300 диет, которые направлены на коррекцию веса. Вот я не знаю, сколько авторов, столько и диет. Это и кетоновая диета, это интервальное голодание, это простое голодание, это очковая диета, это кремлевская диета, это несколько вариантов японских диет, это диета бальная, это диета с пониженным содержанием углеводов, с повышенным содержанием жиров, это диета вообще с исключением углеводов. Это диета с повышенным количеством воды, с пониженным количеством воды. Это диета шестидневная. То есть диеты классифицируются. Но если вы не угадали причины, то вам никакая диета не поможет. Потому что, например, у вас проблема связана с психологией, и вы исключили углеводы. То есть если вы исключили углеводы, значит у вас депрессия усугубится и приобретет совершенно катастрофические масштабы. Потому что углеводы являются именно вот тем элементом, без которого не вырабатывается серотонин. Поэтому лишний вес – это очень-очень сложная проблема вообще в жизни. И на самом деле не так много специалистов, которые занимаются лишним весом. Вот я, сколько себя помню, у меня 40 лет врачебного стажа, более 40 лет уже, и я все время занималась этим лишним весом, но без особого удовольствия, я вам скажу, потому что, во-первых, это трудно диагностировать, а во-вторых, люди, как бы не понимая истинных причин набора своего веса, как правило, не угадывают. Кто-то начинает усиленно двигаться, например, с больными суставами, с больным позвоночником, и все это, естественно, добивает, да? Кто-то начинает голодать, причем голодать при этом совершенно не может, и у него возникают стрессы какие-то. То есть вот с этим надо разбираться. Я думаю, что в режиме нашего марафона мы постараемся как можно больше информации дать вам на тему каких-то диетологических режимов и тех же и психологических, кстати, установок, потому что важно, чтобы вы могли оценить эту проблему в комплексе. Если вы сможете оценить эту проблему в комплексе, значит, вы уже сможете каким-то образом подобрать себе диету. Но что я единственное могу сказать, такое более точное, что всегда будет эта диета в сторону максимальной полноценности и низкокалорийности. То есть вот как бы мы ни рассуждали, если мы не сможем сделать полноценность диеты, то организм будет находиться в жесточайшем стрессе. Не хватит ему нескольких каких-то буквально элементов, да, ну жирных кислот, например, и посыплются разные функции. То есть может упасть когнитивная функция, может упасть память, может упасть, снизиться и вообще пропасть, так сказать, эректильная функция, то есть может снизиться либидо. То есть вот когда вы будете экспериментировать диетами, вы, пожалуйста, постарайтесь получить максимальную информацию, как правильно это сделать. Потому что если вы перепутаете в диетологическом режиме что-нибудь, напутаете, то последствия будут хуже, чем если бы вы вообще не худели. Почему я в течение 20 лет все-таки занимаюсь биологически активными добавками, а не диетой? У меня есть диетологическое образование, но мне это не доставляет большой радости и удовольствия, потому что это очень-очень такой сложный хлеб. Чтобы стать диетологом, нужно 555 часов учебных занятий. Чтобы стать нутрициологом, нужно 36 часов учебных занятий. Поэтому разница, конечно, колоссальная. Поэтому при помощи биологически активных добавок разных, я сейчас даже не буду говорить каких и как, можно наладить любой, так сказать, неполноценный дефицит, который может быть в области диеты. Вот это вот очень важно знать. Потому что самое слабое место – это как раз
диетический режим. Вот слабее этого здесь ничего нету. Потому что если вы, так сказать, ну, я скажу так, этим тренируется весь мир. Грешит и тренируется весь мир, да? Одна диета, вторая, третья, четвертая, пятая. Каждая диета имеет плюсы, каждая диета имеет минусы. И вот главный критерий – это полноценность пищи, полноценность и адекватность поступающих килокалорий с их тратами. Итак, вторая причина – это несбалансированная еда. Причем не обязательно высококалорийная, она может быть просто несбалансированная. Конечно, лучше, если она будет средней или низкой калорийности. Но в течение марафона, в течение этих 60 дней, мы будем об этом очень много говорить. Третья причина. Третья причина – это вирусы, бактерии, грибы, паразиты и различные простейшие. Как это играет, какую это играет роль в наборе веса? Ну, вот самую прямую роль. Например, существуют такие аденовирусы, аденовирус 37 называется, 35 и 37, которые поражают щитовидную железу. И уже пораженная щитовидная железа нарушает обмен йодистых оснований, начинается дисбаланс тиреоидных гормонов, и как следствие человек набирает вес. То есть, но вы не сможете у себя определить, есть ли у вас аденовирус, например, 35-37 типа. Точно так же присутствие грибов в организме человека оказывает очень большое влияние. Например, у человека есть кандида в кишечнике. Мы знаем, что кандида – это грибок, который находится у каждого человека, в принципе, в небольшом количестве. Но в моменты стрессов и каких-то психологических проблем кандида начинает размножаться. И когда она размножается, естественно, она требует сырья для подпитки. И первое, что она требует, это, естественно, она требует углеводов. И поэтому совершенно непонятно, либо человек сам хочет все время кушать булки, конфеты, сахар, печенье, либо это все-таки хочет его кандида. И очень важно, чтобы мы понимали, что если у человека имеется внутренняя паразитарная какая-то инвазия, а это может быть ведь не только кандида, это могут быть глисты, это могут быть лямблии, это могут быть какие-то простейшие микроорганизмы, например, описторхи в печени, рыбные черви, это могут быть различные мелкие и крупные гельминты. И все эти гельминты, например, вот есть кровососущие гельминты, целый класс кровососущих гельминтов, да, и они в день могут съесть до столовой ложки крови. Естественно, человеку все время будет не хватать энергии и питательных веществ. Человек начнет есть белки, но белки, как правило, находятся в жирном мясе, да, и вот он, начиная кушать жирное мясо для того, чтобы получить белок, будет потреблять большое количество жира и, естественно, тоже увеличивать свой вес. То есть, поэтому мы стараемся, когда человек балансирует вес, провести, ну, как минимум, такое какое-то диагностическое тестирование для того, чтобы понять, а существует ли у него паразитарная инвазия, может быть, у него какие-то вирусные заболевания, или, например, есть подозрение на гельминтозы. Поэтому я глубоко в эту причину углубляться не буду, но, тем не менее, вы должны понимать, что если вот эти гельминтозы или различные вирусологические, кстати, это могут быть даже бактериальные проблемы есть, то, естественно, система питания у человека будет каким-то образом деформирована. Итак, это три причины. Следующая причина у нас наследственность. Что такое наследственность? Ну, наследственность – это гены. По сути дела, да? И для того, чтобы понять, существует вообще 4 гена. 4 гена лишнего веса. И надо понять, что они передаются по материнской и по отцовской линии. Бывает таким образом, что материнская линия вся имеет избыточный вес. А отцовская линия, ну, например, все астенического телосложения. Что получается в результате? А в результате получается случайный набор. Какую линию вы больше, так сказать, себе получили. 50 на 50, это вот как русская рулетка, да? Поэтому для того, чтобы понять, есть ли у вас наследственность, посмотрите на своих ближайших родственников по материнской линии, и не только на самого ближайшего, например, на маму, да? Вы можете посмотреть и на маминых сестер, на маминых братьев, на их внуков, то есть в целом оценить, потому что чем больше роль наследственного фактора, тем более выраженный этот процесс будет в поколениях.
особенно в третьем, в четвертом, в пятом поколении. Если у вас, например, в обоих поколениях и по материнской, и по отцовской линии присутствует прямо выраженный лишний вес, это говорит о том, что у вас может быть прямо все четыре гена, а может быть два. Это кому как повезет. Но опять же, это не значит, что вам никогда не удастся похудеть. Это будет просто значить, что нужно будет определенным образом балансировать свой диетический режим с учетом того, что может быть какая-то наследственная предрасположенность к лишнему весу. Кстати, для того, чтобы выжить в те времена, которые не являются нашим веком, а до нас было еще очень много столетий, да, нужно было иметь вот эту особенность, способность к накапливанию жира. Потому что были долгие затяжные зимы, были времена на Земле, когда было достаточно холодно, были неурожайные года, были дождливые, засухи и так далее. То есть было очень много разных катаклизмов. И продлить свое потомство и выжить смогли только те люди, которые имели способность накапливать жир. Ну, условно говоря, приходит зима, человек начинает набирать вес, и всю зиму он может спокойно пользоваться своим весом. Вот как медведь, например, делает, да? Мне всегда это было очень интересно. Он все лето кушает. Я жила долгое время на Камчатке, и мы видели, что медведи едят просто как вообще, как подорванные, да? Они берут рыбу огромную, там, чавычу, нерку, и они съедают одну, вторую, третью, пятую, десятую. Для чего? Они во время, когда идет нерест, они копят жир. Копят жир они его, естественно, до весны. Потом они идут и просто ложатся спать в берлогу. И, соответственно, если медведь был полненький, то он доживет до зимы. Если он был худенький, он умрет прямо в берлоге. Поэтому ваши родственники, когда они выживали, прямые потомки, может, в 75-м поколении, да, если они имели гены накапливания избыточного веса, а это называется наследственность, да, то вы могли родиться. А тот, кто был очень худой, красивый, он мог не пережить вот эту серьезную зиму. Итак, наследственность является одной из причин, которая очень серьезно на это воздействует. Итак, следующее – движение. Движение – это тоже очень серьезный фактор, который нельзя не учитывать. Движение – это история про другую сторону. Если питание – это история про накапливание энергетики и жиров, то движение – это про растрачивание. То есть, смешно смотреть на людей, которые не умеют питаться, питаются неполноценно, имеют огромное количество переизбытка еды и пытаются все это пробегать. То есть это совершенно несерьезная история. И чем больше вы будете двигаться, особенно на большом весе, все должно быть в меру, все должно быть под руководством инструкторов, все должно быть со знаниями тех людей, которые вам помогают. Меня очень сильно по поводу движения отрезвил один фильм, который показывал, как один очень известный спортсмен переплыл Ла-Манш 56 километров в холодной воде. Да? Вот он тренировался очень много лет, и вот у него такой личный рекорд был. За 6 часов он переплыл вот эти вот холодные 53 километра. Да? И когда его взвесили до и взвесили после, он похудел всего на 6 килограмм. То есть представьте себе, то есть какая нагрузка должна быть, чтобы похудеть на 6 килограмм. Надо в воде 4 градуса, 6 там, плыть 56 километров, и то вы потратите всего лишь 6 килограмм жира. После того, как он вышел из этой воды и начал вести обычный образ жизни, он, естественно, набрал этих 6 килограмм достаточно быстро. Поэтому, если вы испытываете какую-то такую иллюзию, что при помощи физических упражнений вы раз, два, три скинете 30 килограмм, конечно, этого не будет. Потому что организм очень-очень экономно, бережно все это расходует. И всегда говорю, что чисто не там, где чистят, а чисто там, где не сорят. И вот точно так же здесь. Что надо, конечно, спортом заниматься, надо фитнесом заниматься, можно йогой заниматься, можно стретчингами, растяжками. Это все отлично, это все удивительно. Но рассчитывать, что при помощи этого вы можете кушать сколько хотите, нервничать сколько хотите, наследственность при этом у вас такая
достаточно полноценная, да, и что вы похудеете и будете худеньким, тонким, звонким и прозрачным, такого, скорее всего, не произойдет. Поэтому движение нужно 100%, нужна прокачка, нужна растяжка, нужны какие-то игровые виды спорта, которые, может быть, это будут танцы, которые приносят эмоциональный заряд. Но считать вот эти вот безумные калории, сколько вы потратили при каждой нагрузке, это, в общем-то, немножечко, ну, скажем так, утопический взгляд на технологию лишнего веса. Я всегда рекомендую заниматься термогенезом, то есть полезной активной деятельностью, которая способствует снижению веса и приносит пользу. Мне в этом смысле очень нравится Аркадий Райкин, который говорил, если 22 бугая, да, 22 бугая, вот качают, катают один мяч, или и если бы к балерине привязать там турбину, как бы она, сколько бы она электричество вырабатывала. То есть это, конечно, шутки, и мы очень любим шутки, юмор нас спасет в этой ситуации, но нам очень важно понимать, что столько, сколько мы съедаем, продвигаться практически невозможно. Для этого нужно просто считать калории, которые вы тратите при движении, и это будут единицы. 15, 17, 2, 4, 32. То есть, ну, нету таких видов спорта, чтобы вы раз и потратили там 2000 килокалорий. Если бы это было, то человечество бы, ну, как бы вообще не имело лишнего веса. Вот займись таким каким-то спортом, да, и похудеешь там на 15 килограмм. То есть организм не допустит этого. Он будет очень-очень-очень все это медленно делать. Есть еще одна причина. Это шестая причина. Это питьевой режим. Питьевой режим – это прямая, четкая зависимость с весом. Ну вот представьте себе ситуацию, верблюд. Он нагуливает горб один, есть одногорбые верблюды, или два, есть двугорбые верблюды. И вот эти два, ну, в смысле верблюд с двумя горбами, может идти в пустыню. Он может там находиться 40 дней и более, и он может вообще там ничего не пить. То есть где он берет воду? Все очень просто. Тот жир, 60 килограмм или там 70, 80, не принципиально, который у него есть, он при расщеплении раскладывается на углекислый газ и воду. Углекислый газ верблюд выдыхает, а водой он питает свои клетки. Поэтому, если человек мало пьет или пьет все время не то, что нужно. А что значит не то, что нужно? Не то, что нужно, это, например, если 80% его рациона составляет кофе, какао, компот, чай, минеральная вода, пиво, алкоголь. Что это может быть еще? Это могут быть какие-то, ну, другие напитки, я не знаю, варенье, чай с растворенным вареньем, сладкие напитки. То, естественно, это не чистая вода. И организм не воспринимает ее как чистую воду. Он воспринимает ее как источник сахара, как источник минералов, витаминов. Кто-то пьет травы, например. Кто-то пьет еще какие-то, ну, я не знаю, там, смузи. Ну, и так далее, да? Это все не вода. И организм это заготавливать не будет. Ему надо из этого сделать воду, простую воду. И, естественно, организм понимает, что если человек так плохо пьет воду, значит, надо запастись внутриклеточной воды. А внутриклеточная вода – это как раз и есть жир, который вот ему необходимо запастись. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что именно недостаток воды – это является глобальной причиной набора веса. Есть очень многие люди, как только они начинают правильно пить воду, у них сразу начинается процесс похудения. То есть мы будем рассказывать об этом очень много. И на протяжении всех этих 60 дней вы сможете каким-то образом проверить на себе, а так ли это, так ли работает вода, как организм чувствует себя, когда он выпил свои 30 миллиграмм на килограмм веса. Кстати, по поводу полных людей. Если человек весит 100 килограмм, то 1,5 килограмма – это будет дефицит воды. То есть нужно брать 25-30 миллиграмм на килограмм веса. А это, в общем, достаточно уже непростая история. Поэтому, если человек с весом 100 килограмм пьет 1,5 литра воды, значит, он не допивает еще ровно 1,5 литра. Поэтому не так просто сделать себе качественный, оптимальный питьевой режим. Потому что
эта история с водой, она ежедневная. Это зависит от многих причин. Это зависит от времени года. Это зависит от совершенно разных причин, которые могут сопутствовать вот этим вот всем историям. Поэтому мы должны понимать, что это все как бы достаточно сложно. Поэтому начинаем мы, естественно, с 1,5 литров, и дальше мы уже будем двигаться каким-то таким образом, чтобы отбалансировать свой питьевой режим. Итак, мы с вами поговорили про 6 причин. Есть еще причины, которые, естественно, влияют. Ну вот, например, есть такая причина – вредные привычки. И вот эта вот причина очень сильно нас, так сказать, нам мешает. Вот, например, какие могут быть вредные привычки? Вот вредные привычки может, например, быть вообще не завтракать. Или, например, частые обильные перекусы. Или, например, это может быть вредная привычка все заедать сладким. Вот это тоже достаточно плохая привычка. Или, например, может быть такая вредная привычка очень поздно ложиться спать и перед сном съедать что-нибудь вкусненькое в большом количестве. Причем, когда человека спрашивают, а зачем ты это делаешь? Он говорит, я так привык. Вот прямо он реально говорит, я так привык. Да? И мы понимаем, что вот именно эта вредная привычка приводит к тому, что жир продолжает накапливаться. Или, например, есть привычка такая вредная – кушать семечки. Вот садится человек вечером перед телевизором и начинает кушать семечки. И он даже не понимает, что семечки – это калорийность. 100 грамм семечек – это 900 килокалорий. 900. То есть, если вы съели 200 грамм семечек, а 200 грамм семечек – это стакан, то вы уже практически можете вообще ничего не кушать. Или, например, есть еще такая вредная привычка, именно привычка – употреблять много кофе. Причем это может быть не простое кофе, это может быть обязательно кофе с сахаром, или, например, латте, или капучино. И никто не знает, что, в принципе, латте хорошее, такая порция латте – это 400-500 килокалорий. А может быть и больше, если туда добавлены сливки, сахар, ну и так далее, еще что-то добавлено, да? Поэтому, причем человек не хочет этого кофе. Ну, нельзя сказать, что у него все время там плохое настроение, ему все время хочется взбодриться, да? Поэтому он говорит таким образом, а зачем так много кофе пьешь? Он говорит, ну, слушай, я привык. Я привык к тому, что как только я чувствую небольшой упадок сил, я сразу начинаю пить кофе. Да? И вот этот вот и этот вопрос, когда человек сразу начинает пить кофе, вот это и называется вредная привычка. Поэтому существует еще огромное количество вредных привычек, которые напрямую приводят к лишнему весу. Или вот, например, такая привычка есть. К примеру, смотреть телевизор и в этот момент кушать кукурузные хлопья. То есть человек или кукурузные палочки, или кукурузу там, да? Вот вы обращали внимание, как сейчас приходят люди в кинотеатр, они берут кока-колу и вот такой вот огромный стакан кукурузных хлопьев, да? То есть 100%, если бы человек включил мозги, он бы не докушал этот стакан. Но когда он смотрит фильм, мозг его занят совершенно другим делом. Мозг его занят просмотром фильма. И этот просмотр фильма отвлекает его от того, что ему нужно в данный момент каким-то образом следить за своими вкусовыми пристрастиями. Или вообще человек не понимает, он наелся уже или не наелся. И пока фильм не кончится, он будет постоянно поедать вот эту вот кукурузу или, например, пить пепси-колу. Или, например, есть очень-очень вредная привычка читать во время еды. Когда человек читает во время еды, он вообще практически ни о чем не думает. У его мозг занят книгой. И эта книга полностью лишает желудок и другие внутренние органы способности вообще адекватно даже оценивать, что делает человек. Поэтому вот именно вредные привычки – это такая достаточно очень плохая история. Кстати, 7-я причина – это медицина. Медицина – это достаточно серьезная и эта привычка от вас вообще не зависит. Значит, что значит медицина? А медицина – это значит, что огромное количество различных медикаментов,
которые вам назначает врач, влияют на появление избыточного веса. То есть они не связаны напрямую с лишним весом, они назначаются вам для лечения каких-то заболеваний, например, гормоны или, например, стероиды или противозачаточные гормоны. Кстати, противозачаточные гормоны используются огромным количеством женщин, и они ведут к очень сильному подъему веса, особенно оральные вот эти вот контрацептивы, да, то есть они все практически ведут к повышению веса. Или, например, бета-блокаторы. Вот есть люди достаточно пожилого возраста, которые имеют проблемы с сердечными заболеваниями, и практически в 100% случаев им назначаются бета-блокаторы. Это те, которые, такие препараты, которые делают ритм сердца реже. И вот этот ритм сердца, скажем так, становится нормальным, но человек начинает катастрофически набирать вес. Вот это тоже связано. Или, например, очень сильным побочным эффектом являются антидепрессанты. А сейчас огромное количество людей живут на антидепрессантах. То есть готовьтесь к тому, что у них у всех будет набор веса. Также нейролептики. Кстати, к набору веса ведут употребление ферментов в большом количестве. Если человек неуверенно или неправильно применяет ферменты, то, естественно, у них есть такое небольшое побочное действие, как набор веса. Вы почему-то все думаете, что ферменты, наоборот, снижают вес. Но, тем не менее, ферменты способствуют набору веса. Ну, это общеизвестный факт. А также очень много лекарств, которые применяем от инсульта, от онкологии. 80% лекарств, которые связаны с онкологией, приводят к набору веса. Лекарства, которые мигрени, которые, так сказать, от мигрени, от судорог, от изжог и практически все таблетки от сахарного диабета. То есть все это приводит к неконтролируемому набору веса. То есть в данном случае вес может идти как побочный эффект. И этот побочный эффект, он может распространяться на достаточно, ну, скажем так, он может быть ярко выраженным. Ярко выражен. Поэтому, если вы принимаете какие-то медикаменты, которые вам назначил врач, возьмите, пожалуйста, аннотацию и посмотрите, нет ли там как побочного эффекта набора веса. Потому что иначе вы будете худеть и набирать. То есть, может быть, врач пересмотрит вам какие-то медикаментозные схемы, которые он вам назначил, ну, например, от депрессии или от каких-то нейродермитов, к примеру, да. Может быть, вы будете использовать натуральные препараты или нутрицептики. И таким образом снизите вот это вот вредное влияние на избыточный вес. Итак, мы с вами разобрали уже достаточно много причин, но у нас есть еще причина. Есть, например, такая причина, которая называется гормональный дисбаланс. То есть гормональный дисбаланс. Это очень серьезная причина, и она является на данный момент, я бы сказала, даже так, может быть, ведущей причиной. Я сейчас очень глубоко не буду внедряться туда, но тем не менее я вам назову эти гормоны, которые влияют на набор веса. Ну, первые гормоны. Есть такой гормон, гормон стройности, который называется лептин. Я думаю, что вам надо более подробно познакомиться с этими сведениями. Они будут и у меня на ресурсах, то есть, ну, может быть, и вы просто найдете их в интернете, посмотреть, каким образом гормоны связаны с лишним весом. Итак, лептин – это гормон стройности. Если у человека есть недостаток лептина, то у него всегда будет избыточный вес. Лептин можно диагностировать в лаборатории. Есть еще такой гормон, который называется грелин – это гормон голода. Кстати, из-за голода люди могут убивать друг друга. Поэтому это очень сильный гормон. И если вы делаете большие перерывы в пище, большие там, всякие окна там, и так далее, если вы пропускаете ужин, то это является на самом деле способствует набору веса наоборот. Потому что гормон голода грелин нужно обманывать. А обманывать его, есть, например, там 10 способов обмануть гормон голода грелин. Да? Есть такой гормон, который называется адреналин, это гормон страха. Всегда, когда вы будете адреналинить, у вас будет выработка гормонов стресса усиливаться, то есть будет накапливаться вес. Есть еще один жизненно важный гормон, называется гормон напряжения, он же называется гормон жизни и смерти, кортизол. Вот когда вы
начинаете нервничать, вы должны так, оп, я кортизолю. И понимать, что в данном случае вы находитесь под действием гормона, да? Так вот, кортизол блокирует инсулин. А почему он его блокирует? Для того, чтобы не выбрасывался инсулин и не расщеплял сахар, потому что в момент стресса, опасности, человеку нужно долго бежать, а мышцам нужна глюкоза, или сильно думать, или напрягаться, или там еще что-то делать. И для всех этих целей нужна человеку глюкоза. И поэтому, естественно, гормоны стресса блокируют инсулин, который расщепляет глюкозу, и весь сахар идет в жир, естественно. Да? Дальше. Существует еще гормон эстроген. И если он находится в дисбалансе, это женский половой гормон, то, естественно, набирается набор веса. А для мужчин, например, очень важен гормон тестостерон. Это бог мужчины. И если тестостерон понижен, то, естественно, будет повышен женский гормон, эстроген. И у человека начнет формироваться грудь у мужчины, живот. И если талия более 90 сантиметров, это уже называется ожирение. И сразу за этим вслед падает потенция. Причем она может упасть достаточно резко и даже у молодых людей. Поэтому лишний вес у мужчины – это практически очень плохой прогностический признак в связи с потенцией, с потенциальной возможностью заниматься, так сказать, ну, активной половой жизнью. Поэтому очень важно разобраться с гормонами. Ну, тема не такая простая, я бы сказала, она даже сложная. То есть существуют еще гормоны щитовидной железы, тиреоидные гормоны. То есть, по сути дела, это четыре таких глобальных органа. Это надпочечники, которые выделяют гормоны стресса. Это щитовидная железа, которая выделяет гормоны обмена веществ. Это половые железы, которые выделяют женские и мужские половые гормоны. Ну и это, естественно, гормоны радости, которые вырабатываются на 90% в кишечнике, это гормон серотонин. При недостатке серотонина жизнь становится скучной, неинтересной, и человеку все время хочется сладкого, и он таким образом пытается поднять свой серотонин. Тема лишнего веса не такая простая, как она на первый взгляд. И сколько я ее не упрощаю, в ней все равно остаются какие-то сложности. Поэтому существуют еще некоторые, так сказать, вот я сказала про медицину, я вам уже рассказала, но существует еще экология. Что такое экология? Экология – это экологическая чистота нашего организма. То есть, если вы живете в неблагоприятных условиях экологической среды, то, естественно, организм усиливает накопление жира. Почему? Объясняю. Потому что яды и токсины копятся в лимфатических пространствах. А жир – это лимфа, это лимфатическая, ну, это соединительная ткань, да? Но яды находятся именно в жире, они там растворены. Лимфоидная такая, в лимфоидной ткани и в жировых клетках, да, в соединительной ткани. Поэтому чем больше ядов, тем больше будет жира для того, чтобы организм мог качественно депонировать и, скажем так, улавливать вот эти вот патологические яды. Итак, экология тоже является причиной. Кстати, это связано иногда с работой. Например, человек работает во вредных условиях труда. Ну, например, в магазине строительных материалов, где постоянно пахнет краской, олифой, там, порошками, различными шампунями, ну и так далее, химией всякой. Естественно, он будет стремительно набирать вес, и для того, чтобы убрать этот вес, нужно будет очищать организм. Те продукты питания некачественные, которые мы съедаем, которые тоже содержат нитраты, нитриты, пестициды, которые содержат огромное количество отравляющих веществ, всяких различных консервантов, красителей, это тоже вносит свой вклад в работу печени, щитовидной железы, в работу каких-то внутренних желез, ну, например, тех же надпочечников, да, и поэтому экология, чем чище экология, в принципе, тем легче контролировать запасы своей энергетики. Есть еще одна важная причина, которая называется сон, это режим труда и отдыха, то есть сон – это очень серьезная история, и когда человек спит, у него в организме происходит процессы репарации, то есть процессы оздоровления. И вот эти вот процессы оздоровления нужно очень хорошо мониторировать. Поэтому чем
позже вы ложитесь спать, тем больший стресс вы наносите организму. А в условиях стресса организм накапливает жир. У меня вот есть 22 способа похудеть во сне, и я в своих методиках обычно их использую, потому что, ну, это самое легкое, да, что-то сделать перед сном, что-то во сне, что-то там при просыпании и так далее, и все то, что снижает вес. Вот, кстати, скажем так, программы лишнего веса, программы снижения балансировки веса, это прямо такое искусство, я бы сказала, потому что у 90% людей ничего не получается. Они теряют 15 килограмм, потом набирают 25, потом 10 теряют, потом 30 набирают. И вот эта вот постоянная борьба с этим весом, она очень сильно истощает организм. И надо знать, что если вы не разберетесь с причинами, вам будет гораздо сложнее все это делать. Поэтому вот даже той информации, которую я вам сейчас дала, вам уже может хватить для того, чтобы вы каким-то образом подумали хотя бы о том, какая причина у вас может быть. Ну и, конечно, безусловно, 12-я причина – это время. То есть что такое время? Время – это время нашей жизни. И, безусловно, обмен веществ, обмен щитовидной железы, тиреоидных гормонов, обмен лимфы, крови, обмен различных клеточных, тканевой обмен, иммунитет. Это все истощается со временем. И вот это вот истощение приводит к тому, что, в принципе, удерживать вес становится все труднее и труднее. Климакс – это, скажем так, возрастные изменения в организме женщины и мужчины сразу же дают лишний вес. Беременность, там, поздняя беременность и так далее. То есть вот эти периоды жизни, когда мы испытываем какие-то физиологические нагрузки, они все сопровождаются с подъемом лишнего веса. Ну и, конечно, хочется сказать, что чем старше человек, тем он должен быть более собранным и более худым. Вот так он проживет гораздо дольше, потому что с полными людьми очень-очень сложно. У них, как правило, повышен сахар, у них, как правило, повышен холестерин. Вот даже сейчас, во времена вирусов, первое органом и мишенью, и самыми такими сложностями, самыми большими сложностями сталкиваются именно люди с повышенным весом. Вот, ну, даже уже сказать то, что крупного человека могут даже не спустить там, я не знаю, с 5-го этажа, не успеть спустить, потому что если человек весит 100 килограмм, то... ну, скажем так, носильщиков среди врачей скорой помощи как-то не предусмотрено, да, поэтому чем более человек худой, тем он более, скажем так, адаптирован к нынешней действительности. Самые, как бы, полные люди из всех, которых я видела в жизни, мне встречались в Америке. Ну, это просто какая-то, ну, какая-то, ну, совершенно, ну, какая-то невероятная полнота. Я не знаю, что эти люди едят, может быть, они едят в Макдональдсе, может, еще где-то, да, но, скорее всего, это фастфуд, потому что, ну, колоссальные размеры просто, то есть люди реально не помещаются даже, ну, в кресло в самолете. Это все связано вот с этим темпом жизни. Если человек живет где-нибудь на земле и работает, копает, красит, ну, там, я не знаю, ходит, еще что-то такое, да. Кстати, это не ведет к продолжительности жизни, к повышению. Если бы это вело, то дольше всего в мире жили бы почтальоны, да. Поэтому напрямую ни спорт, ни ходьба не влияют на продолжительность жизни. А вот вес, он очень сильно снижает эту продолжительность жизни. Итак, я вам рассказала про 12 причин лишнего веса. Итак, первая причина – психология. Вторая причина – неполноценная, некачественная еда. Третья причина – вирусы, бактерии, грибы, паразиты, простейшие и различные другие формы жизни, которые нарушают содружественную работу наших органов и систем. Наследственность – ну, тут уж ничего не сделаешь, да? Движение – ну, чем больше будете двигаться, тем будет лучше. Вода – это очень просто. Вот просто надо принять решение и начать так действовать. Медицина – это не очень просто, потому что не каждого врача уговоришь что-нибудь у вас убавить, что-нибудь вам, так сказать, отменить. Ну, безусловно, вредные привычки, за них вы отвечаете лично сами. Гормональный баланс – это сложная причина. То есть разобраться с гормонами, скорее всего, что без консультации врача вряд ли вам удастся, но тем не менее можно подумать. Экология от вас не зависит вообще. Образ жизни, сон – это в вашей полной компетенции. И время –
как говорят, хороший доктор, но плохой косметолог, да? Ну и доктор он тоже не очень хороший, лучше не запускать. Итак, вот эти 12 причин лишнего веса, они достаточно серьезно воздействуют. Причем они работают одновременно, попеременно, они работают постоянно, они работают по одному, через один. И только разобравшись с этими причинами у себя лично конкретно, ответив себе на эти вопросы, пройдя какие-то тесты, которых очень много в пространстве, да, вы сможете хотя бы приблизительно понять, а что же происходит в вашем организме. Вот это вот очень важно. Я сейчас включу комментарии, и вы сможете каким-то образом, ну, может быть, кто-то успеет задать несколько вопросов, может быть, напишите, понятна ли вам была информация, может быть, выразите какое-то свое отношение, может быть, напишите, что вы поняли, что действительно существует не одна причина, потому что все на самом деле воспринимается очень банально. Меньше есть и больше двигаться, да? Но это не работает. Конечно, 100% надо меньше есть и больше двигаться. Всю жизнь, с рождения до самых последних минут. Но когда нас накрывают стрессы, и когда нас накрывают какие-то жизненные трудности, нам наоборот хочется больше есть и меньше двигаться. Потому что, чтобы меньше есть, нужно хорошо себя чувствовать. А чтобы больше двигаться, нужна энергия. А если энергии нет, то мы идем в прямую противоположность. Мы экономим энергию на движение и начинаем больше есть для того, чтобы получить большее количество питательных веществ. Поэтому мне хотелось бы вам сказать, что очень важно, чтобы вы именно воспринимали информацию, потому что вот эти дни марафона с вами будут делиться огромное количество экспертов своими наработками. И вы сможете попробовать одно, посмотреть второе, испытать третье. У вас есть кураторы в группах, которые смогут вам оказать прямую непосредственную помощь. Да? Вы сможете массу информации себе, так сказать, скачать и себе каким-то образом и ее, ну, зарезервировать, чтобы доучить это потом, да, вы сможете расшириться, вы сможете пойти по любому из направлений, вдруг вам понравится какое-нибудь направление, может быть, йога, а может быть, я не знаю, бокс или еще что-нибудь, да, для того, чтобы сделать свою жизнь лучше, разнообразней. Но сразу хочу сказать, что тощая корова еще не газель, быстро худеть нельзя, не надо упираться, вот говорит, заставь человека молиться, он и лоб разобьет, да? Это тоже делать не надо. Все должно быть адекватно, спокойно, все должно быть в нормальном режиме. Мы все 60 дней компания будет давать вам информацию о том, как сделать вас лучше, моложе, здоровее. Не забывайте про соединительную ткань, потому что если вы сядете на какую-то такую диету особенную, которая разрушит вашу соединительную ткань, то потом будет очень сложно восстанавливаться. Если вы начнете так быстро худеть, что у вас все обвиснет, то тоже никакой красоты не получится. Поэтому включайте голову. 12 причин лишнего веса – это объективная реальность, которая, так сказать, требует вашего осмысления. Наше с вами время подходит к концу. Я постаралась в простой доступной форме рассказать вам о том, так сказать, почему, может быть, у вас не получалось раньше, может быть, вы не знали об этих причинах, а может быть, знали, но не придали должного значения этим причинам. Поэтому я надеюсь, что в этот раз вы, наоборот, так сказать, вдохновитесь и начнете комплексное изучение, комплексный подход. Это именно тот подход, который приветствует компания. А завтра вас ждет совершенно удивительная встреча с гимнасткой, с Анной Конюк, которая покажет вам очень интересный комплекс. То есть и на протяжении всех этих дней масса экспертов будут радовать вас своими знаниями и своими наработками. Я желаю вам оставаться всегда стройными, радостными, веселыми, счастливыми, поглощать информацию,
сразу же начинать ее применять в жизни, приводить в наш марафон людей и знакомить их с тем направлением оздоровления, которое компания, международная компания «Коралловый клуб» продвигает во всем мире. Напоить весь мир, сделать весь мир стройней, сделать весь мир счастливей и сделать себя экспертом в области здоровья человека. Я вас благодарю за внимание. До скорых встреч. Работаем в группах, обмениваемся информацией между группами и двигаемся к стройному, красивому, здоровому телу. До свидания, дорогие друзья. Спасибо большое за внимание.